Ежегодно в республике проводится конкурс «Лучший библиотекарь года». В этом году он проходил в 3 этапа. В нем приняли участие специалисты и коллективы общедоступных библиотек Башкортостана. Лучших выбирали в нескольких номинациях. Библиотекари Кумертау, Туймазов и Альшеевского района заняли первые места. Нефтекамский библиотекарь Фаируза Хузина стала победителем в номинации «Лучший социальный проект года». Цель данного проекта – библиоцентр «Свет надежды» – реабилитация детей-инвалидов в социокультурном обществе. Для обслуживания инвалидов по зрению созданы все условия. Это, во-первых, удобные пандусы, само расположение библиоцентра в удобном месте. Также имеется специальный фонд литературы в нашей библиотеке. Это специальные издания на аудиокассетах, на флеш-картах и книги, изданные брайлевским шрифтом. Всего в нашем городе 373 человека с ограниченными возможностями, 102 из них – дети. А насколько нужны им услуги библиотек в наше время? В нашей библиотеке уже более 4 лет действует пункт по обслуживанию инвалидов по зрению. У нас есть пользователей 27 человек. Взрослые. Создав вот этот проект «Библиоцентр «Свет надежды», мы надеемся, что мы привлечем детей, инвалидов в нашу библиотеку, в наш библиоцентр.